Ну-ка, погнали. We'll be right back.
Соборная площадь, город Алапаевск. Сегодня сдача экзамена на легендарный состав электробайкеров ХКБ. Что это такое? Есть звездный состав, есть легендарный состав. Легендарный — это вот супер-мега-катка. Мега-катка в чем? Это сегодня будет закрытие сезона мото в городе Алапаевск. Вот здесь через час будет сбор. А, собственно говоря, если он через час, какого фига мы тут делаем? А потому что мы перепутали и думали, что в 12:30, приехали на час раньше. Так вот, смысл в чем? В том, чтобы доехать сюда 170 километров, а потом сделать пробег с ними. А пробег будет, скорее всего, на скорости порядка 80 километров в час по окрестностям. И мы даже не знаем, сколько он по протяженности. А потом еще нам нужно вернуться обратно. Мы доехали только вдвоем с Андрюхой. Вот он ищет зарядку. Я нашел зарядку. Куда-то ушли все и все. Ну все, Андрюха сейчас сваливает, а я поеду один в колонне. Посмотрим, чем это все закончится. Поставим честь. Да, один за всю электробратью. Единственный в электро буду в колонне. Доеду или нет, вот в чем вопрос. Вот тут дедушка подходил, говорит, вообще в городе тут электриков нету. Вообще ни одного электробайкера нету в принципе, да, ни одного электровелосипедиста. Да. Если мы сейчас находимся. Должно хватить, да? Надо, знаешь что? Надо с собой электроудочки брать. На проводах. Ты всегда приехал потратить? Да, да.
Вон она, известная, ты понял? Какой? Я думаю, что такое лук соленый? Это слезы детства. Антон, запасы поставил. Пока есть!